Ребят, осторожно, мат. В общем, речь пойдет о такой ерунде, как набрать массу худому. То есть я очень много видел видео, я и сам с этим сталкивался, только мне наоборот не нужно было скинуть массу, жир. Но я и также смотрел, как набрать массу. Блять, в интернете такой ебаный порожняк, сука, гонят, блять. Какую-то, блять, хуйню, блять, бананы, блять, в жопу, блять, все толкают там, блять. Потом молоко заливают, что-то, блядь, крутят, вертят в этом блендере ёбаном. Нихуя, короче, не выходит, масса нихуя не найдет, блядь. Короче, раз нахуй, я пока живой, учитесь. Короче, стопудово, блядь, наберете, отвечаю, базарю нахуй. Если не наберете, блядь, пишите, скажи, я пиздобол, вот и все нахуй. Покупаете, блядь, хлопья кукурузные без сахара, нахуй этот сахар, короче... А, мюсли ни в коем случае не берите нахуй в магазине, все химия ебаная, отвечаю. Короче, я ща похаваю уже. Берете нахуй вот такие, короче, хлопья кукурузные, без сахара, блядь. Вот видите, кукурузные без сахара, сука, специально сейчас выделю, блядь, тупоголовые нахуй. В интернете, блядь, все ищут, блядь, какую-то таблетку, блядь, от похудения, блядь, как набрать, блядь, массу. Вы что, ебнутые, что ли, сука? Я вот, блядь, худел, блядь, 32 килограмма, блядь, когда. Я нихуя что-то не искал, блядь. Просто я, блядь, исключил, блядь, в пизду углеводы из рациона. Вот и все, нахуй. Не, о, блядь, не могу похудеть, блядь, не могу потолстеть, блядь. Нихуя ты не хочешь, потому что долбоёб, нахуй. Короче, эти самые заебатые, эти более-менее, нахуй. Короче, тут кукуруза, кукурузная мука, пизда, блядь, соль, пищевая добавка. Ну, короче, это все нормально, блядь. Чтоб у тебя ебало не склеилось, сюда добавляют пищевую добавку. А, потом, короче, идут финики, обязательно финики, потому что, сука, подсластитель нужен натуральный. Блять, ни в коем случае, сука, не жрите сахарозаменители, блять, уже и так, сука, все с раками, нахуй, со своими ебаными заебали, сука. Сахар жрут, блять, болеет, нахуй, все. Короче, потом арахис. Арахис немного уебашу в это, микроволновке, и будет вкусно, нахуй. Не всякие, это, блядь, пиздят, блядь, фитоняши, петушки, блядь, ебучие, блядь. Ходите в зал, блядь, это, блядь, жрите, блядь, это, нахуй, дорогущие орехи, там, кешью, хуешью, хуй соси, блядь. У россиян, блядь, нету денег, сука, безработица, они, блядь, кешью, хуешью, соси песос, блядь. Отруби ржаны обязательно 20 рублей, блядь. Это 20 рублей, нахуй. Фиников, блядь, горсть, не знаю, рублей 20, нахуй. И, блядь, арахиса грамм 30, нахуй. И молока, короче, вот я пахал, я уже говорил. Извините, блядь, что мне нечистая посуда, ёб твою мать, блядь. Короче, вот. Я предупредил, блядь, мат, потому что заебали, ей-богу. Охуенно, я тебе говорю, блядь, только мне не надо набирать массу, но чисто так по фану похавать, не считаю, сегодня дохуя что сделал. Видишь, блядь, еще день нахуй, а я как двигаюсь, блядь, как белка в колесе, смотри, нахуй, 14700, ну это хуйня, блядь, я по 20 тысяч, блядь, ходил. А еще плюс, блядь, у меня физическая активность, сука, высокая. Блядь, не могу похудеть, пошел нахуй, блядь, пидор, блядь, мне похуй, блядь. Я трезвый, кстати, я уже 2,5 года не пью. Ой, бля, давайте замутим с вами вот эту хуйню всю, вот так, короче, ебашишь, нахуй. А то, блядь, не могу потолстеть, блядь, не могу похудеть, блядь. Короче, это ебаю. Вот эти, сука, отруби охуенные. Я как-то, короче, писал, блядь, я не помню, в какой паблик ебаный, фитнес какой-то тоже. Я, блядь, написал, вот отруби охуенно жрать, причем реально их охуенно жрать, потом ты просираешься, охуенно вообще. То есть все шраки, вся хуйня это уходит, блядь. Гамбургеры эти ваши ебаные, блядь. Вот, и там, короче, что-то, блядь, начали меня стыдить. Ебать, я такую там, блядь, полемику завел. Охуели, блядь. Короче, берете финик, блядь, берете, вставляете в рот, блядь. Чистите вот такие вот хуёвины, блядь. Потому что, сука, в финиках, вот, блядь, там это нахуй орешка, блядь. Его нельзя жрать, блядь, зубы сломаешь, нахуй. Сука, как дети, я в рот ебал вас, блядь. Вот, короче, блядь, накидали фиников, блядь, пиздец, сука, сраще сахара, но полезнее, блядь, в миллиарды раз. Бля, базарю, отвечаю. А потом, короче, молоко. Молоко не спешите пока добавлять. Сейчас нужно немножко арахиса почистить. Ну, я не знаю, грамм 10. Да, блядь, в принципе, блядь, орехи можно жрать хоть полкило, нахуй, жри, похуй вообще. Там, блядь, полезные жиры, и, блядь, ну, вряд ли что-то, блядь, отложится у тебя в жопе, блядь. В жопе у тебя, блядь, запомни, отваживается, знаешь, что нет, блядь, пироженки, всякая поебота, нахуй.
Я, блядь, как-то зимой вообще задрачивал жестко, короче, по 30 тысяч, блядь, ходил там, блядь, спортзал, не спортзал, блядь, короче, турники, блядь, и это. И, короче, жрал вообще нахуй одну гречку, короче, с финиками и с арахисом. Кстати, охуенная тема, попробуй. Я тебе говорю, тебе тоже должно понравиться. Ебать, я, наверное, короче, я за день, блядь, сжирал, блядь, килограмм гречки, ну, в сыром виде, ой, чё пизжу-то, блядь, в вареном виде. И молока 2 литра выпивал. Творог жрал, короче, пиздец, усиленное питание, грудки, хуютки, блядь. Короче, у меня выходило около 3500 калорий. Нихуя! Я, блядь, даже в минусе был. Просто ты не представляешь, блядь, вес реально в минус шел. 3500, сука, тысячи калорий жрал, блядь. Но вес в минус шел. Каждый день, блядь, по 100, по 200 грамм я скидывал. А если бы я не двигался бы нихуя, конечно бы я бы жрал бы там, не знаю, блядь. Ой, я мало ем, блядь, хоть ты пиздишь, блядь, мало ты ешь. Ты, блядь, больше двигайся и больше жри, блядь. А не, блядь, меньше двигайся и меньше жри, блядь. Надо, блядь, организму наоборот, блядь, давать жрать, 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 жрать постоянно, чтобы, сука, все обменные вещества, вот эта вот вся хуйня, вот эта, блядь, крутилась, вертелась, блядь, чтобы организм, блядь, не зашраковывался, нахуй, с этими ебаными булками. А то, блядь, одну булочку съест, ебать, там, блядь, калорий 600 калорий. Вот здесь ты, сука, думаешь, сколько калорий, блядь. Здесь 300, блядь, ну 400 хуй с ним калорий. Ебать, ебать, я начистил арахиса, нихуя. Запизделся, блядь. Вот, блядь, одну булку сожрала, блядь, одна шкура ебаная. Я нихуя не ем, блядь, сама весит, блядь, 100-500 килограмм. Ты чё, ёбнутая, что ли, сука? Ты булку сейчас только что жрала, блядь. Усатая мразь, блядь. И нахуй ещё. Жрала, блядь, булку, блядь, и говорит, нихуя не ест, блядь. Ты лучше, блядь, полкило гречки наебни, сука. Нихуя не будет. А от булки до хуя чё будет, блядь, отвечаю. Сейчас попробуем. Я тебе говорю, охуенно. Нахуй не слушай никаких пидорасов. Ну, какие-то блогеры ебаные. Они меня заебали, нахуй, все эти петушки, блядь. Накачанные хуесосы, блядь. Короче, они там всякую хуйню тебе дичь пиздят. Типа, жри киноа, хуйна, блядь, киноа, иди, блядь, сходи, сука, сколько, посмотри, сколько стоит. Ты охуеешь от этой киноы, блядь. И же ты, блядь, передумаешь, нахуй, худеть, блядь, и толстеть, и все, нахуй. И будешь, блядь, жрать свои Макдональдсы, Иваны. А ты, блядь, купи, короче, гречанку, ёпты, гречку. Вот, блядь. Не дал, нет, блядь, сколько сожрал. Вот, блядь, и нихуя, блядь. Не набираю, блядь. А пиздите, блядь, мне там все, сука, в комментариях, нахуй. Ну, не у меня лично, а вот вообще у других, у фитоблогеров. Блять, не могу похудеть, ем там пиздец 1000 калорий. Так ты ебать, двигайся 2000 калорий, сука, и ты будешь худеть, ты заебал уже, нахуй. В натуре, блять. Ну, это, сука, ребята наболело, ну, реально, ну, пиздец. Такие люди конченые, а вас вообще, сука, ненавижу, пидорасов. Короче, ебать. Видео пиздец душевное, да, ребята? Сука, надо жрать, блять. Она уже всю, сука, разгусла. Да потому что вы заебали в натуре. Вам, сука, пиздишь, блядь, по-нормальному, нахуй. По-человечески. Объясняешь? Вы тупые, ебанутые бараны. Нихуя не ебачите, сука. Когда с матом, может быть, вы что-то и поймете. Но без мата вы вообще нихуя не понимаете. В натуре тупорылые, сука. Почему я, сука, никого ничего не спрашивал, блядь. Сам пришел, захотел, сука, и пошел ебашить нахуй, блядь. В парк, блядь. А нихуя, блядь, не ходил ни в спортзал, нахуй они мне не нужны, потому что. Пошел, блядь, нахуй бегать по парку по 4, по 5 километров и все. Жрал, блядь, нормально я жрал, кстати. Я посчитал. Я вот, допустим, вот жрал до диеты. Два раза тоже. Тоже там калорийность, пиздец маленькая была, что-то 2000 или 1700 калорий. Но я нихуя не двигался, вот из-за чего, сука, вес-то и рос. А я начал больше жрать, наоборот. Естественно, полезной еды, блядь. Кстати, насчет яблок, блядь, если вы досмотрели, вы вообще красавчики, спасибо вам для этой части. А то, блядь, все же у нас ебать такие все, блядь, это самое, нахуй. Интеллигенты, блядь. А пизду, блядь, лизать, нихуя не интеллигенты, ёпта. Короче, насчет яблок, блядь. Яблок жрите хоть сколько, реально, блядь, буду. Я, сука, по 3 килограмма жрал, когда худел. Нихуя, блядь. И ночью, и днем, и утром, и похуй вообще. А то вот, блядь, пиздят там круши ебаные тоже, дрявые какие-то, вафлерки хули.
Пизда. Ой, блядь, яблоки по два яблока в день. Ты ебанутая, что ли? Умереть нахуй можно с такой диеты. Конечно, ты, блядь, передумаешь, да, если ты будешь полуголодный вечно. Нахуй тебе эта диета, скажешь, что, блядь, барсук, что ли? Все, блядь. Конечно, ты передумаешь. Нахуй жри, короче, любые фрукты вообще, в любое время похуй. Бананы, киви там, не знаю, хоть что вообще. Все, блядь, ребята, короче, я запизделся. Все, спасибо вам, пока, до новых встреч. Если это видео охуенно зайдет, блядь, будет дохуя видосов, я дохуя что могу рассказать, интересно. И будет, блядь, фитнес. Кухня вам нормальная, блядь, настоящая, блядь. Не то, что вот эти петушиные, блядь, какие-то крутятся там, полуёбки голубые, нахуй. Блядь. Ну, короче, давайте, ребят.